Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardrasset Info, перед нами Pixel 6, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять разрешение приложений. Для этого нам нужно на этом телефоне найти приложение разрешения, которого мы хотели бы поменять, и зажать его. К примеру, есть у нас Chrome, мы его зажимаем, нажимаем на буковку I. И здесь видим у нас разрешение, видим, какие разрешения есть у нашего браузера, а каких у него нет. Если здесь нет у вас на экране каких-то приложений, которые вам нужны, то нам нужно зайти в настройки нашего телефона, в настройках выбрать пункт «Приложения», нажать «Показать все приложения», и здесь вы увидите все приложения, которые есть у вас на телефоне. Также вы можете сюда еще показать системные процессы и увидеть здесь разрешение всего. Больше видео о данном девайсе вы можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, смело задавайте в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.